Всем привет, с вами Лев, и еще прошло 2 месяца с момента последнего выхода ролика. Да, если вы посмотрите мой последний ролик, то я там буду говорить ровно то же самое, то что я 2 месяца ролики не записывал, какой-то ужас, кошмар, там я не знаю, как так вообще можно, а я снова это делаю. Вообще, я, конечно, красавчик просто, да, но на самом деле нет. На самом деле это все плохо, потому что, ну сколько уже можно, действительно, потому что я вообще так не планировал то, что я буду так редко записывать, это случайно произошло, я не специально, да. На самом деле причина здесь есть, да, давайте будем начинать, я сначала правила прочитаю. Так, интерфейс 2, прессовка 8-12 чанков, прессовка у меня будет меньше, потому что у меня шейдеры красивые и будет лагать, поэтому я не хочу. Симуляцию 12 нету смысла, я думаю, ставить, на карте 3 уровня, они имеют разную сложность. В принципе, удачи прохождения. Окей, окей. Если что, карта, паркур карта будет достаточно маленькой. Тут всего, по-моему, 3 уровня. Поэтому, как бы я... это просто будет короткий ролик, в котором я хочу немножечко поговорить и рассказать о будущих планах, да. Так, здесь можно прыгать по кактусам, и вроде как можно здесь еще что-то найти. Вот, смотрите, вода. Так, короче, я начинаю вам рассказывать. Сейчас, вот, бочка, если что. Это у нас пасхалка. Короче, можно находить разные пасхалки. Это единственная пасхалка, которую я знаю. Дальше я без понятия, где там что находить. Так, давайте я вам расскажу вообще, что... В принципе, произошло. Я уезжал в Россию. Именно из-за этой причины я ничего не мог записывать, потому что у меня есть слабый ноутбук, на котором я даже ничего бы записать и не смог, поэтому... Ну, там я просто не мог ничего записать. Другое дело то, что я бы мог бы записать заранее, но проблема в том, то, что по некоторым причинам я просто на самом деле не знал то, что я в Россию поеду. То есть я думал то, что я сейчас, ну, типа, просто остаюсь жить в Израиле, да, если что, я живу в Израиле, если вы не знали, да, и все будет отлично. Но в один просто неожиданный момент оказывается то, что, ну, нужно ехать в Россию, да, по непредвиденным обстоятельствам, да. Ну, короче, это и есть, в принципе, основная причина, по которой я и не записывал так долго ролики. Да, конечно, я уезжал где-то на месяц, а месяц я не записывал, но там еще стрим был. Но, короче, ладно, да. Короче, ладно, я не помню уже, какие у меня там причины были, наверное, просто лень было. Ладно, да, ну, скорее всего, так и было, да. На самом деле, у меня есть и как бы и дела, которые нужно тоже делать. Это, ну, помимо, ну, всякие уроки, то есть, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, то, что все равно нужно что-то делать. Я не могу просто сидеть и записывать ролики, поэтому, к сожалению, так, не так все просто, да. Но сейчас, конечно, мне уже хочется действительно, ну, прям взять себя в руки и начать хотя бы... Так, я не могу сюда пройти. Просто взять себя в руки и действительно начать проходить все как надо, да. Так, а я, кстати, хочу проверить, сейчас тут везде вот эти нычки, может быть, я что-нибудь действительно найду. Да, и потом мы пойдем дальше. Не может же здесь быть такое, что здесь ничего нету. Или правда ничего нету. Подождите. Да ладно. Вау. Так, пасхалка номер 2. Так, видимо, здесь я ничего больше не найду. Блин, ну там, короче, было видно то, что ты получишь... Там, по-моему, бронза была, типа, и... Эти самые, короче, бронза, железо и аметист, да. И сейчас я нашел вторую пасхалку, да. И получается то, что у меня же карта заканчивается, я не успел еще ничего рассказать. В любом случае, вы видите то, что это такой прям спонтанный ролик. Я тут просто говорю, что вот приходит в голову, да, и у меня все ролики такие, но не об этом сейчас, да. Я просто обычно все равно как-то готовлюсь, как-то, не знаю, со второго-третьего дубля, как-то что-то там хотя бы в начале что-то сказать, а сегодня как попало. В любом случае, что бы мне бы хотелось бы еще добавить, наверное, все-таки надо бы сказать о том, что будет сейчас с каналом уже наконец-таки, сказать уже действительно, ну, что будет-то, ты собираешься что-то снимать или... Так и будет все очень-очень редко и так далее. Я решил то, что надо уже действительно, ну, действительно садиться и хотя бы как-то активничать, что-то снимать. Сейчас я, естественно, не знаю особо, что мне записывать. У меня появилась кое-какая идея, что я запишу, скорее всего, после этого ролика. Но это будет не мини-игра какая-то. Я думаю, то, что сейчас будут выходить ролики по поводу карт каких-то, ну, в принципе, как и было. Техно-хардкор, наконец-то, я начну выпускать достаточно часто, ну, относительно, конечно, часто. Ну, кто знает, может быть, будет часто. Действительно, я буду там, не знаю, хотя бы раз в месяц что-то выкладывать, потому что выходило всего 8 серий техно-хардкора. Это очень-очень мало, причем то, что...
прошло уже, по-моему, полтора года с начала летсплея, а вышло всего 8 серий. Вы понимаете, какая у меня продуктивность, конечно. Очень крутая продуктивность, да. Так, я уже буду наконец-то прыгать или нет? Так, давай, давай, давай. Опа. Короче, надо снизу прыгать. С этой фигни, вот с этой. Не вот с этого блока, потому что плохо получается. Так, и я прыгаю, давайте. Опа. Опа. Так, ну что? Ну что? Давайте допройдем-то этот паркурчик. Так, а что надо делать? Наверное, по кактусам? Именно по кактусам, да? Так, подождите, надо, во-первых, посмотреть. Может быть, я пасхалку какую-нибудь найду? Не понял, а почему здесь нету? А, там две бочки, да? Там три бочки. Стоп. Есть, пасхалка номер три. Не зря я сюда пошел, поэтому у меня все достаточно прикольно. У меня три пасхалки, я все нашел. Единственное то, что первую пасхалку я знал где, потому что я чуть-чуть начинал, это самое, чуть-чуть пробовал вообще карту, чуть-чуть там паркурил в первом уровне. Ну, как бы, больше ничего. Да, сейчас я нашел все с первого раза. Ну что ж, давай. Опа! Блин, как прыгать-то я не умею. А, наверное, отсюда надо. Да блин, давай сюда. Так. Опа! Давай, блин. Ладно, почти получилось. Что еще бы мне сказать? Наверное, реально сейчас я буду хотя бы раз в недельку пытаться что-то выкладывать. Даже, может быть, не супер какие-то ролики, но хотя бы что-то. Да, потом я буду уже как-то потихоньку, наверное, получше видео записывать. Я в том плане, то, что видео будут сейчас, наверное, покороче немножко. А может быть, даже в раза так в два. То есть не 30-минутные ролики, а, ну вот, не знаю, 15-минутные. Так, наверное, все-таки сюда надо прыгать. Так, давай сюда. Так, опа. Так, и чё? А, надо вниз, наверное. Так, и это, наверное, конец. Да. Что? Спасибо за прохождение. Знаю, карта получилась короткая, но обязательно будут еще карты по паркурам. Нашли ли вы все пасхалки? Цените карту на сайте. Я этого делать не буду, но как бы нашел я все пасхалки. Пасхалка номер 1, пасхалка номер 2 и пасхалка номер 3. Четко. Красиво и четко. Карта получилась, конечно, короткая, но я думаю, то, что это не беда, потому что это будет такой стартовый ролик. Я очень надеюсь, то, что я не пропаду сейчас на большие сроки. Я сейчас уже думаю, то, что я точно никуда не пропаду. Насчет, кстати, давайте стримов сразу скажу. Стримов пока не будет. Я хочу уже решить, наконец-то, проблему с интернетом нормально. Уже действительно хороший интернет, чтобы у меня был. И только тогда я буду стримить. А пока что будут только ролики. Я думаю, то, что это неплохо, потому что сейчас я буду снимать зато ролики. Это как бы намного сложнее, чем стримить. Я думаю, вы это и так понимаете. Вы, кстати, думаю, заметили то, что в этом году я стримил много. Это было как замена на обычные ролики. Получилось так. В любом случае было круто и на стримах. Просто проблема в том, то, что действительно очень сильно лагало. И вот мне не хочется больше так стримить. Кстати, вот на удивление техноходков, когда я стримил, там как бы у меня все более-менее было. То есть да, не супер, но как бы там намного меньше лагало. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, да, оцените видео. Все, я возвращаюсь, действительно, да. Буду что-то снимать потихоньку, может быть, какие-то карты. Ну, карты в любом случае будут, просто, может быть, не такие длинные, потому что была карта по паркуру, которую я начал в прошлом еще году. И решил ее уже не заканчивать, потому что, ну, тоже я очень долго не снимал ее и просто, можно сказать, заброшено. Все теперь, да, с тем прохождением, я думаю, вы ее помните, да, сейчас увидите, в принципе, на экране, да, что это за прохождение. Ну, а так, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Еще раз скажу. Надеюсь, что такого больше не будет. Пока-пока.